И последнее. В курортном районе Дагомыс города Сочи прошел фестиваль журналистов России. Якутская делегация провела там первый российский турнир среди журналистов по масс-рестлингу. О том, как он прошел, рассказывает Олег Колесов. Таким образом, журналисты из разных уголков России активно участвовали в зрелищных и эмоциональных соревнованиях по масс-рестлингу. Якутские журналисты ежегодно принимают участие в фестивале, который проводился уже 20-й раз. Участники фестиваля провели различные мероприятия, освещающие культуру и особенности региона. Якутия впервые в фестивале представила национальный вид спорта – масс-рестлинг. Участники сказали, что это не только дагомысский, это первый всероссийский турнир журналистов по масс-рестлингу. Участников было достаточно много. Как говорится, география была очень обширной. Из Сибири заявлялись, участвовали, до Кавказа, скажем так. Гости фестиваля председатель Союза журналистов Болгарии Снежана Тодорова уже четвертый раз принимает участие в международном фестивале «Вся Россия». Она призналась, что за все это время якутская делегация всегда отличается самобытностью и поэтому дарит особенные эмоции. Вы же очень самобытная республика, очень отличающаяся, скажем, вот от европейских, от культуры европейских стран, поэтому для нас это очень интересно. Турнир по масс-рестлингу прошел среди женщин и мужчин. В нем принимали участие 16 журналистов из разных уголков России. Абсолютными победителями стали среди женщин Марина Кузнецова из Татарстана, а среди мужчин победу одержал Евгений Глоблин из Ханты-Мансийского автономного округа. Очень круто, очень необычный опыт. Первый в жизни по масс-рестлингу. Круто. Масс-рестлинг впервые участвовал в соревнованиях. На самом деле, на первый взгляд, довольно все просто. В жизни оказалось очень сложно. Довольно-таки силовой вид единоборства. Победителям первого турнира среди журналистов по масс-рестлингу вручили призы. Якутские чароны, серьги, изделия из серебра. Союз журналистов Якутии надеется, что турнир получит продолжение на следующем фестивале «Вся Россия». Олег Кулисов, Илья Жараев, МВК Саха, Сочи.